И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я опять играю в Minecraft 1.9.2. И сегодня я покажу вам, как построить дом. Для этого открываем наши блоки. Здесь мы выбираем блоки, которые мы будем строить. Сначала мы все это сломаем. Для этого нам нужно оружие. Видео не полное, ну ладно. Так, берем алмаз. Так, дальше берем здесь лопату, алмазную кирку и это. Так, пока что все. Дальше. Так, что нам надо сделать? Первое, то, что нам надо сделать, это все сломать здесь. Так. Потом мы все это будем выравнивать. Ломаем все. Это полный туториал по строению дома. Так, можно полет сделать. Так, ломаем. Так, когда мы, короче, доломаем эту штуку. Так. Но вы не переключайте видео, вы смотрите полностью, потому что здесь я буду кое-что показывать с деревьями, что можно сделать, чтобы они так пропали. Так, так, идем сюда. Так, вот. Так, вот так вот мы сломали, видим квадратик, да? Он нам все пригодится. Смотрите, что я с ним сейчас делаю. Так, еще один квадратик. Смотрите, так. Ломаем здесь дерево. Так, да. Так. Так, вот все. Мы почти сделали, нам осталось только вот эту вот штуку доломать. Ломаем эту штуку. А, то есть это дерево. Я не знаю, как его назвать, потому что он кубический. Ну, похоже на дерево, но это как бы не дерево. Потому что оно состоит из двух каких-то деревьев. Ну ладно. Так, ломаем это. Так. Ну, короче, все здесь ломаем, эту штуку. Чтобы здесь не было деревьев. Вообще не было. Так, ломаем мы это все. Этот дом построить можно только в творческом режиме. Потому что без творческого режима этот дом никак не построить. Так, ломаем так. Ломаем тут. О! Яблоко. Так, ладно. Так, ломаем здесь. И видите, зарастает тут все. Так, ладно. Так, дальше. А вот это ломаем. Так. Ломаем эту штуку. Так. Так, ну что ж. Вот мы достроили почти что эту штуку. Так. Подождите. Так. Так. Вот мы так простроили здесь. Так. Вот так. Вот этот блок ломаем. Так. И все. Вот это вот как бы сейчас доломаем и уже начнем строить дом. Это все нам пригодится сейчас. Так. Ломаем здесь. Вообще этот дом я когда строил на другой карте, это у меня несколько дней потребовалось, чтобы его построить. Но мы так как будем строить это быстро, пытаемся, наверное, быстро это все построить. Итак, вот так у нас получилось. Здесь мы сломали все деревья. У нас здесь остался вот этот один кубик. Зачем он нужен, я вам сейчас все расскажу. Так, теперь берем наш первый блок. Он нам сейчас пригодится. Мы выравниваем вот эту вот всю штуку. Так как мы делаем по самой такой верхней, поэтому мы строим вот эту штуку. Так. То есть мы строим, сколько вообще у нас будет дом здесь. То есть, стоп. Да, вот так. Строим мы вот так, то есть мы не закрываем те штуки, то есть мы делаем просто плоскость на карте. Еще вам говорю, еще один раз, то что в обычном режиме выживания этот дом невозможно построить, это просто невозможно. Построить этот дом только можно в творческом режиме, потому что вы не найдете столько здесь травы, чтобы все это построить. Так, вот так закрываем, то есть у нас получается такая вот плоскость уже. Что-то меня игра немного залагала, но ладно. Так, здесь тоже ломаем, достраиваем. Так, вот у нас уже такая вот получилась штука. Так. То есть смотрите, вот такая вот штука у нас получается уже. Но мы не заканчиваем еще. Так, ставим здесь. Дальше. Так. Ставим тут. Вот такая вот у нас уже плоскость получилась. Дальше делаем вот что. Дальше делаем вот эту штуку.
так что просто продолжаем ее строить. Так делаем. То есть, смотря какой у вас будет дом, потому что у меня будет большой дом, самый огромный, наверное, во всей игре. Или нет, я не знаю. Так, строим здесь, то есть мы все это выстраиваем в такую вот, как назвать-то ее? Ну, короче, в такую штуку. Плоскость, короче. На которой такая сделан домик. Домик будет сделан почти что средневековый. Вот так вот мы сделали землю. Здесь, наверное, нам хватит уже, чтобы сделать домик вот это вот, по вот этой вот штуке. Мы будем делать. Почему-то у меня немного лагает игра, ну ладно. Так, ну здесь нам больше ничего не пригодится пока что. Землю мы ставим сюда. Меч, меч, меч. Так, ладно. Теперь мы одеваем нашего игрока вот так. И даем ему стрелы. А, вот, берем лук. Это сколько у меня уже набралось? 6 пишем вот так. Вот, чтобы было у нас патроны. Так. Берем тут. Так, дальше берем вот сюда лук и стрелы. Нам этого хватит. Дальше берем следующие блоки. Так, берем блоки, 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 блоки. Строить мы будем, так как средневековый типа дом, поэтому мы берем дубовые доски обычные. Потом мы будем строить крышу. Крыша строится из таких вот блоков, плиток, лыжника. И мы сделаем тут ступеньки. Тоже из булыжника. Так, ну что ж, давайте начнем. Так, чтобы это сделать, где-то так ставим. Ищем, 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 ищем. Так, вот здесь ставим блоки. Где-то 3 вот получается. Дальше ставим вот так 3. Нет, не получается так. Здесь 4, то есть. Так, вот здесь. То есть получается по 5 блоков где-то. То есть раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ровно остается. Ровно количество. Так, теперь подлетаем. Ставим вот тут такую штуку. Дальше. Что мы делаем дальше? Вот тут у нас получается такая вот непонятная штука. Как с ней. Как делать? Что с ней? Берете. Не знаю, мне что-то. Что-то очень низкий у меня игрок почему-то. Ну ладно. Дальше что мы делаем? Дальше мы нажимаем вот так. То есть у нас там блок есть еще. И нажимаем вот так. Все. Дальше здесь. Что мы делаем дальше здесь? Дальше мы строим дом дальше. Так. Делаем вот так. То есть, чтобы было вот так как-то. То есть полный дом, чтобы к нам никто не залез и оставалось окно, что, чтобы мы дальше шли. Так. Вот так, вот что-то не строится. А, вот так, да. Вот такой вот дом получается у нас маленький немного. Но так и надо. То есть сделать. Дальше. Здесь мы должны все сделать вот таким вот блоком. Обычным блоком, то есть. Так. Так. Ладно, давайте я пока выкопаю все это. Так, вот. Так. Так, вот так. Видите, блоки меняются уже. Здесь, ну ладно. Так, здесь тоже достраиваем здесь все. Здесь тоже, то есть мы делаем такую вот фигуру, можно сказать. Так. Ставим здесь. Дальше ставим вот здесь. По блокам. Так, и дальше сюда идем. Здесь тоже вот так строим. В общем, такая вот фигура получается, вот такая. Дальше мы ее просто опять закрашиваем, вот эту штуку. Всё. Так, ломаем, 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 ломаем. Так, дальше ломаем вот эти блоки. Так. Да, ломаем. Блин. А почему? А вот тогда. Блин. Все, а вот тогда. Так, все. Строим тут, то есть к нам никто не заберется, кроме нас самих. Ни зомби к нам не придут, никто. Так, строим так.
Так, так как это первая часть, мы, наверное, все не успеем здесь построить, так как мир у нас такой вот полный. Так, дальше, давайте напишем таймсет здесь. А, пишем здесь set 0, 3 раза 0 прописываем. И дальше мы ставим здесь вот такие вот, стоп, нет, ставим мы вот здесь вот такие вот штуки. Так, и здесь уже три. Так, так, так. Дальше вот здесь тоже три. Ставим. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, здесь у нас будет окна сами. Так. Вот два окна, да? Так я понял. Так. Вот тогда. Ставим вот так. И вот так. Дальше. Здесь мы тоже ставим вот так как-то. Сейчас здесь три блока, да. Так, ой. Ну да, вообще. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, мы поставили вот такое вот непонятно что. Короче, у дома, но это еще не конец. Теперь мы ставим полностью вот здесь стену для дома. То есть она просто будет закрытая. Там не будет окон, то есть окна у нас и так уже присутствуют. Мы просто застраиваем эту часть. Так, дальше. Поставим мы эту штуку. Эту часть, короче. Дальше надо закрыть вот эту штуку. И здесь. Так, здесь ставим вот эти два блока, то есть три, да. И тоже закрываем это все вот эту штуку. И здесь тоже так же. Так, дальше сделаем вот так. И вот здесь так. Так, вот у нас получается такой вот домик. Дальше нам нужно стекло. Вот берем наше стекло, блок стекла, то есть не надо такой панель стекла. А дальше входим в дом уже в сам. А, и ставим вот здесь тройные окна такие, которые у нас стоят здесь. Так, здесь также, то есть ставим вот так. Так, дальше вот здесь ставим, вот здесь ставим, так, и стена, здесь ставим, то есть вот так вот у нас получилось такой вот красивый уже дом, но это еще не конец. Так, теперь можно выкинуть стекло, оно нам сейчас не пригодится. Дальше нужно построить такую вот, мы здесь построим второй этаж. Он будет сделан из еловой доски. Из еловой доски, то есть. Так. И будет он вот так выглядеть. То есть ставим вот так. И вот так делаем. Так. Так, теперь нажимаем вот так. И теперь. Так. Теперь вот так нажимаем. И здесь мы ставим вот так. Сейчас, подождите. Так. Нажимаем вот так. Так. Так, 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 так. То есть вот так вот закрываем эту штуку. Так вот. Таким вот блоком. Это будет у нас второй этаж. Всего у дома будет два этажа. Но это еще не все. Так как дом это строится в несколько частей. И он еще не весь готов. Он даже начало еще не готово этого дома. Так как он будет маленький, но у него будет все. И пшеница будет, и животные будут, то есть все будет сейчас. А здесь мы строим, опять же, вот такую вот блоками. Такую штуку. Здесь окон вообще не будет, здесь просто будет крыша. Так. Здесь будет такая вот крыша. Так. Здесь тоже. Так, и ломаем вот этот блок. Зачем, я вам сейчас все расскажу. Так, дальше. Здесь нужно нам поставить такую вот крышу. Делаем мы ее такой вот штукой. Нажимаем вот так. И такая вот штука у нас получается. Так. Теперь мы ее закрываем вот этой вот штукой.
Так. Так делаем. И вот так делаем. Так. В общем, сделаем мы вот так вот. Да? Так, что же дальше мы делаем? Так мы, как мы уже сделали, делаем дальше. Нажимаем вот так. Я немного неправильно уже стал строить, ну ладно. Это, наверное, незаметно будет, но я немного крышу не так сделал. Ну, в общем, наверное, это будет незаметно в доме. Так как я уже исправил это все, и сейчас исправлю еще. Так, достраиваем здесь вот эту штуку. Получается, как пирамидка такая, крыша. Но мы ее сейчас достроим до конца. Ставим вот так. И теперь нам нужен наш булыжник. Зачем нам булыжник наш? Здесь мы им обделываем всю нашу крышу. То есть она будет казаться нам просто крышей. Так. Блин. То есть сейчас здесь обделываем вот эту вот штуку. Получается очень даже красивый и похоже на средневековый дом. Так, где она, другая часть здесь была. Так, здесь также ставим вот здесь. Так, дальше здесь ставим мы вот такую эту штуку. Так, здесь мы ставим вот такую вторую, то есть часть, то есть чтобы нам не видно было вот эту часть крыши, где я поставил обычными блоками дерева. То есть должно все казаться, как будто я делал все блоки булыжника. То есть. Вот так вот. То есть будет это все очень красиво выглядеть. Сейчас вы все увидите. Ставим здесь блоки. Так, дальше идем сюда. И сюда. Так. Дальше ставим вот так. И делаем вот тут. Вот так вот. Так. Ставим вот здесь. И вот у нас остается немного еще здесь места. Ставим вот так. То есть, опять же, ставим вот так. Так вот. Дальше вот так ставим. И вот так вот. Так продолжаем до конца. То есть, делать. Опять так открываем. Так, открываем здесь. Булыжник. Так, ставим вот здесь. То есть крыша даже очень будет красивой, но она сделана из таких вот панелей булыжника, то есть не из целого булыжника, а из панелей. Так, выглядит, конечно, это красиво, но это еще не конец. Так, осталось у нас еще. Так, вот эту вот штуку делаем. Так, делаем вот так. Так, дальше ставим вот тут. Так, ставим вот тут. И заканчиваем вот тут. Так, все. Вот эту штуку мы как бы особо-то не трогаем. Мы ее просто обводим этим булыжником. Стоп, вот так вот, да. Так, остается нам вот тут поставить. И все. То есть дом как будто сделан полностью из булыжника, из блоков. Но это не так. Дальше, чтобы дом казался намного красивее, ставим на нем вот такие вот штуки. Стоп, сейчас. Вот так, да. Ставим вот так. А то есть теперь похоже, что и правда сделано из булыжника в дом, но это не так. То есть это сделано все из панелей, как вы видите. Так, таких домов может быть дофига, конечно, на карте вашей. Так, да, вот так дальше строим. И вот так. То есть получается такой вот большой дом. Так, вот такую вот мы крышу сделали, то есть теперь дождь, то есть вы можете спрятаться от дождя здесь, и получается такая вот крыша красивая. Так, ну что ж, но это еще не все. Дальше вот так, идем сюда. Видите, здесь я не просто так сделал эту штуку, так как мы сделаем кое-что еще здесь. Так, идем сюда. Заходим сюда и ставим здесь факелы. Факелы, факелы. Или не факелы. Ладно, давайте остановимся на факелах. Потому что я с факелами буду это все делать. Ставим здесь факелы везде. То есть везде. Вот тут ставим факелы. Точнее нет, не здесь.
Вообще, я хотел в другом месте еще поставить просто. Эту дырка мне помешала. Ну ладно. Так, здесь мы ставим вот тут. Так, где у нас? О! Волк. Прикольно. Так, ставим эту штуку вот здесь. То есть, раз, два, три. Так, дальше. Ставим вот здесь. Раз, два, три. И ставим вот здесь. Раз, два. Все. Дом сделан. Волка можно приручить, если хотите, но я не знаю, я не хочу вроде. Так, вот и ночь у нас. А давайте опять же пропишем здесь time set, чтобы был у нас время установлено. Дальше мы ставим здесь лестницу. Берем нашу лестницу и ставим ее вот здесь. У нас потребовалось где-то 3 или 4 лестницы. Так. Здесь тоже одну. Так, ставим вот так. То есть встать мы особо так не можем здесь, да? Для того, чтобы здесь встать, придется вот так нажать как-то. И вот здесь пройти. То есть у нас получается такая вот конструкция. Теперь мы эту штуку все ломаем. Все, подождите. Так. Сейчас, подождите, я сломаю это все. Потому что нам теперь эти блоки особо-то не нужны. Потому что мы сделали уже блок из панели. Нам теперь эти блоки особо так не нужны. Но если хотите, оставьте их. А здесь дальше ставим вот так дальше лестницу. До конца, то есть, чтобы можно было залезть. То есть вот так можно будет залазить, то есть лестница такая. И ставим здесь факелы. Так, здесь тоже факелы ставим. Факелы, факелы, факелы. Здесь тоже факелы. Так, дальше вот здесь факелы. Так, ну все. Вот это вот можно сломать, конечно. И поставить здесь факел. Ну ладно. Так, дальше. Вот так мы поставили здесь все. И дальше, смотрите, что мы делаем дальше. Вот такой вот у нас этаж остался. Что мы с ним делаем? Теперь мы это все закладываем булыжником, опять же. Смотрите. Ставим это все булыжником, ребят. Все вот это. Потому что нам эта штука особо-то сейчас не нужна. Так. Так, ставим вот так блок. Так, закрываем. То есть получается такой вот, как бы, этаж. Можно сказать. Маленький, но этаж. Так. Закрываем вот так. И у нас получается такая вот конструкция. То есть вот так ставим. То есть по всей этой штуке ставим мы наши булыжники. Так. Вот так, блин. Так. Итак, вот, все. Дальше нам нужно сломать вот эту штуку. И вот. Ладно, ломаем эту штуку. Вот эту всю. И ставим ее заново. То есть. Так. Вот так ставим. Все это закрываем, опять же, булыжником. Видите, там тут остался у меня такой вот, как ее назвать-то, штука такая получилась. Мы ее все закрываем. Все вот эту штуку закрываем. Так. Это все нужно, я бы использовал сразу бы блок булыжника, но было бы некрасиво и совсем по-другому. Поэтому я делаю так. Работа, конечно, это очень сложная с этим домом. Как я уже сказал, я работал над ним 10, где-то 10 дней. Ну, короче, несколько дней где-то играл в Майнкрафт и делал. Так, дырка у нас получилась здесь. Мы ее давайте закроем опять. Подождите, вот так ставим и вот так ставим. Так. Здесь тоже закрываем. И вот так. Вот так вот получилось у нас, как бы, крыша для дома. А дальше. Это еще не конец. Мы блин. А здесь почему-то. Ай-яй-яй-яй. Почему-то. А, вот так, да. Так. Да, вот так. Так. Здесь почему-то. Ну ладно.
Здесь получается дырка, ну ладно. Нам вот такой этаж хватит. Дальше. Вот эту штуку ломаем. То есть все, нам больше ничего не остается сделать, только вот это вот. Зачем ступеньки нам нужны? Спускаемся вниз дома. Волка уже нету. Так. И дальше здесь нам нужны ступеньки. Но это... нам нужно... не просто так я выбрал это место, так как здесь такое вот маленькое озеро есть, в котором что-то есть. Да. Нет, тут ничего нету, просто такое озеро. Потому что я его не проверял еще. Теперь проверил. Так, теперь нам нужно сделать такую вот... такую штуку. Ну ладно, сейчас мы это все сделаем. Так, здесь мы сделаем сейчас вот эту вот штуку. Так. Так, куда мы идем? Идем сюда. Так, и мы сейчас делаем вот здесь где-то, вот тут, да. Делаем мы здесь выход. То есть выход вниз. Вниз карты. Как мы его сделаем? Мы ломаем здесь, здесь и здесь. И здесь мы ставим... Ой, извиняюсь. Так. А потом вот так. Стоп, я что-то неправильно сделал, походу. Так, ломаем вот. Делаем вот так. То есть теперь можно поставить спокойно уже эти штуки. Дальше делаем подкоп дальше. Ниже, то есть. И ставим вот тут в конце. То есть вот так вот у нас получается такая вот вниз спуск нашими ступеньками. У нас будет второй выход. Его можно будет закрыть сейчас. Я вам покажу чем. Так. Ищем люк. Вот наш люк. Берем люк и закрываем люком вот эту штуку. То есть мы пролезть не можем. То есть это будет такой вот люк. То есть пройти можно будет, но вот так это будет. Я не хочу делать механизмы, потому что это как бы средневековый дом. Это, в общем, вот так вот будет. Ладно, теперь нам нужна сама дверь. Дверь я буду использовать так. Блин, что-то выпал, что-то это. Ладно, вот так мы ставим дверь. Так, просто дверь. Вот. Такая вот дверь получилась. Открываем дверь. Доходим сюда. И дальше нам надо выкинуть дверь. И идем сюда. Здесь мы тоже сейчас поставим такую вот штуку. Хотя нет, не будем ставить. Ладно. Так. Потому что уже сложный дом получится. Так, вот такой вот дом я построил уже. Так. Нам осталось только сделать... А, блин, почему ты выпадаешься постоянно? Ладно. Так. Теперь нам надо расставить вещи в этих штуках. И теперь вот берем эти штуки и ставим вот здесь. Так. Нам нужно сейчас сделать эту штуку из дома. Так, нам нужно, сейчас вспомню, так, вещи нам нужно поставить, точно. Берем сундуки, то есть это можно уже выкинуть, это нам не нужно. Верстак обязательно, печь, проигрыватель, ну и все, и стол зачарования. И еще ставим вот такой вот ковер. Зачем, я вам сейчас все расскажу. Так, теперь нам надо поставить здесь все в ковре. Это вот так вот ставим. Вот так вот ставим. Все вот так. Так. Вот так вот, чтобы был ковер. Вы можете свой цвет выбрать, но мне понравился почему-то такой цвет, ну ладно. Так. Так делаем. Так как мы делаем дом для сервера, админа, то есть, или не для админа, просто так дом, мы его украшаем, чтобы было круто. Так, все. Мы застроили его, теперь надо идти сюда и сделать здесь уже другим цветом, не желтым, а ставим здесь цветом, например, каким цветом, давайте каким-нибудь, опять же, желтым, потому что я еще цвета как бы не буду выбирать, просто так буду ставить желтым, чтобы было красиво. Так. Ставим везде этот ковер.
У нас уже, блин. И вот так у нас получается уже как бы красивый домик. Так, здесь тоже ставим. Так, ну что ж, дальше здесь нам надо поставить вещи. Вещи строятся очень быстро. Ставятся. И надо заканчивать, наверное, на этом видео. Так, здесь мы ставим сундук. Ой, так. Здесь мы ставим сундук. Здесь мы ставим такие эти штуки. Блин. Ступеньки берем, опять же, вот такие. Берем кнопку. Обычную, то есть можно такую вот взять. И берем мы, сейчас вспомню, что я брал. Брал я какую-то такую вот штуку. Забыл какую. Короче, палка, чтобы была. Потому что я не могу сейчас вспомнить, какую я брал. Потому что реально я не помню. Так. Нет, здесь ее нет, точно. Я вам говорю, здесь ее нету точно. Блин. Так. Где же эта палка, блин? Надо ее найти. Обязательно. Так, здесь ее нету, блин. А, вот, да, точно, я вспомнил. Так, это забор. Так, сундуки, как бы мы поставили уже. Теперь мы берем обычную кровать. И все. Так, мы поставили сундук, теперь мы ставим здесь. Ступеньками нашу штуку. Здесь мы вырубаем эти штуки. Так, вот так вот. Надеюсь, блоков. Так, теперь ломаем вот здесь. Так. И здесь ставим вот так. Вот, все. То есть у нас получилась вот такая штука. Ой, нет, неправильно. Немного. Вот так вот. Да. И здесь мы ставим, опять же, вот такую штуку ставим. Так. Это будет типа стола в игре. Вот так вот. Дальше ставим опять же нашу штуку. То есть ставим 4 этих штуки вообще по всей карте. То есть, чтобы были вот так вот. И все их закрываем. Такую штуку. Получается такой вот большой стол. Залезть на него нельзя, но можно около него сесть. Ну, короче, что-нибудь с ним сделать. Дальше. Берем наш сундук, опять же. Переставляем его сюда. Здесь мы ставим... стоп. Здесь давайте вырвем. Все. Так, здесь мы ставим верстак и печь. И проигрывать. И нашу вот эту вот штуку. Зачарованную книгу. Так. То есть мы можем уже спокойно брать из сундука что-то и делать. Смотрите, вот так. Я по-другому немного сделаю. Я вот так вот поставлю сундук, здесь верстак, здесь печь, здесь проигрыватель, а здесь зачарование. Так, ладно. Все это нам как бы сейчас не нужно уже. Так, идем сюда. Наш второй этаж. Здесь выкидываем вот эту штуку, это нам уже не нужно. Так, у нас почему-то опять дубовые эти штуки сохранились. Ну ладно. Здесь мы ставим кровать. Кровать должна стоять где-то вот здесь. Ставим вот здесь кровать. Вот, поставили у нас кровать. Теперь нам надо поставить такую вот большой сундук здесь. Такой. Так, еще один и еще. Нет. Один большой сундук нам нужен. И все. На этом все, наверное. Так, это все уже можем убрать. Давайте сейчас заполним это все вещами, и продолжение будет позже. Так, теперь мы берем вещи, которые будут на первом этаже. Это, во-первых, там, например, какие-нибудь мечи. Давайте просто мечи здесь будут. Например, все мечи здесь будут. Просто мечи. И будут здесь у нас все пластинки. Пластинки, пластинки, пластинки. Где у нас? Вот они. Сейчас, так. Нажимаем здесь. Так, здесь нажимаем. Так, дальше сюда идем. Сюда. И сюда. Дальше вот здесь будут пластинки. Пластинки делаются вот так. То есть, это на этом этаже будут такие вот
самые ненужные вещи для игры. Так как у нас дом, как бы, есть обычного человека, то делаем ему не такие уж крутые вещи. Так как у меня такой сервер, на которых можно за алмазы покупать дома, поэтому я сделаю покруче дом. Потому что вот так будет круче. Ставим пластинки, все. Так, нет, еще не все. Вот так. Еще три пластинки мне осталось. Ой, вот так, да. И ставим здесь наши последние три пластинки. Но у нас остаются такие вот места еще. Что мы с ним делаем? Здесь мы ставим все, что хотите. Блоки, я не знаю, что там. Давайте просто здесь на 4 блоков. Так, простых блоков, то есть самых стандартных, по 64 блока на каждую. Ставим. То есть теперь игроку есть чем строить. То есть что строить вообще. И вот последний будет грубая земля. Так, ну все вот. Мы построили здесь все. Так, теперь нам нужно, то есть здесь теперь можно посидеть, что-нибудь сделать. Здесь можно тоже что-нибудь поставить, какие-нибудь вещи. Можно здесь отстреливаться от зомби. В общем, жить здесь можно. Но здесь еще мы забыли про такие вот вещи. Так, дальше, блин. Так. Здесь мы... Так. Здесь мы ставим такие вот вещи. Так, здесь мы ставим еду где-то, даже поставить, иди. Так, давайте поставим где-то. Ну ладно, давайте здесь ничего пока не будем ставить. Это мы уже подумаем в следующем видео. А сейчас мы достроим все-таки вот этот вот сундук наш. Здесь у нас будет полностью все. То есть у нас будет здесь мечи. Дальше у нас потом будет здесь. Стоп, здесь будет у нас наша одежда. Так, здесь, да. Так. Так. А, здесь будет наша одежда, в общем. Вот в этом месте. Так, ставим здесь наши вещи. Так как это большой сундук, сюда можно больше вещей вставить. Ставим здесь мечи, потому что мечи заканчиваются и все. Так, дальше мы здесь ставим вот эту штуку и стрелы. То есть, чтобы были стрелы здесь. Дальше самое важное здесь в игре еще, что нам нужно, то есть, должно быть ничего лишнего. Здесь нам нужны еще, ну, например... факелы. Нет, не факелы. Вот, еда. Это самое важное, наверное. Стоп, нет. Так, вот так. Так. Вот. Это будет наша еда. Ставим ее. То есть, теперь здесь игрок может прожить в этом доме, конечно, долго. Но это еще не все, так как мы построим еще дальше здесь все. Пока мы заполняем этот сундук. Так, еда теперь у нас есть, остается нам обычные вещи, которые нам нужны. Нам нужны вот эти вот, все вот эти вот вещи. Просто их на читере и вставляем. То есть, вот эти любые вещи нам могут пригодиться в любой момент, ребят. Всякие алмазы, всякие штуки, они нам, конечно, пригодятся. Так. Ставим вот здесь и так ставим вот тут. Так, порох, пшеница, то есть все здесь ставим вот здесь. Так, здесь мы ставим вот тут. Вот так вот сейчас. Так, ставим здесь пшеницу, чтобы можно было засеять пшеницу. Так. Так, дальше здесь ставим. Дальше вот тут ставим яйца. Так. Дальше вот здесь тоже ставим светящуюся пыль. Так, вот так. Как-то. Ставим ее вот сюда. Так. И дальше ставим вот тут. Дальше нам остается вот тут сделать.
такие вот вещи. А, раз, два, три. Все. Дальше мы вот так вот делаем. Так, здесь нам надо сделать вот эту вот такую штуку. Такую. И все. Вот. Мы заполнили весь сундук самыми важными вещами в игре. Но на этом, наверное, наш урок заканчивается на этот раз. То есть, очень даже крутой дом, но это еще не конец, будет вторая часть. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, 53 55 54 63. Ставьте лайки и пишите комментарии, снять ли вторую часть или нет. Если вам понравилось, пишите, мне понравилось там или что-нибудь такое. Ну и в общем, и всем пока!